Одной из наиболее серьезных проблем в нашем районе является травматизм на железнодорожном транспорте. В прошлом году зафиксировано 30 происшествий, в результате которых 22 человека погибли и 6 человек пострадали. И уже с начала года зафиксировано тоже 3 происшествия на железнодорожном транспорте, в результате которого 2 человека погибли и 3 человека получили тяжелые травмы. Как правило, бывает в осенне-зимний период, когда люди ходят в капюшонах, часто с наушниками, и не реагируют ни на звуковые, ни на сигнальные, ни на звуковые сигналы семафора. Также я хочу посоветовать всем жителям района быть особенно бдительными не только к себе, но и к окружающим, и проявлять большую внимательность.